Вот она, ребят, вот она, дверь 10 уровня. Смотрите, дверь 10 уровня, и что за ней находится, не знает никто во вселенной. А мы сейчас узнаем, ребят, готовы? Не, ну смотри, вот Фредди. И вот Фредди. Вот Фредди. И вот Фредди. Два Фредди. Последняя дверь 10 уровня. Что же внутри? Погнали. Тут лестница, ребята, тут лестница. Наверняка она куда-то ведет. Блин, давайте быстрее смотреть. Привет! Мы продолжаем проходить FNAF 9, Security Breach, искать секреты и пасхалки. И в этой серии мы с вами проапгрейдим пропуск до 10 уровня и посмотрим, что же скрывается за этими секретными дверьми, в которых у нас нет доступа. Возможно, там будут какие-то пасхалки, секреты и что-то очень интересное. Поэтому завози как можно больше лайков прямо сейчас, серия будет очень крутой. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy, сразу погнали играть! Я и Фредди всегда знали, что вы, мои подписчики, очень умные. И многие из вас писали в комментариях, о том, как же можно проапгрейдить уровень безопасности, уровень доступа, который у нас отображен на карте. В данный момент у меня 8 уровень, потому что был 7, и я взял 8 уровень именно в локации с Монти. Вот, и 8 уровень в игре на данный момент максимальный. То есть выше 8 уровня пропусков больше в игре не существует. Потому что мы с вами прошли всю игру, и последний пропуск как раз нашли в логово Монти, когда туда попали, так как нам дали дополнительный пропуск на аттракционы. Вот, поэтому 8 уровень максимальный, но у нас, среди всего прочего, на локациях много раз мы их встречали время прохождения двери, которые желтого цвета, и они пропускают только тех, у кого есть 10 уровень. 10 уровень пропуска, вот одна из таких дверей, да? Вот, на ней изображена цифра 10. Вот, видите, цифра 10. Вот, но эта дверь не обслуживается, то есть ее мы даже проверять не будем, она, потому что к ней даже подойти нельзя. Но были двери, которые действительно к которым ты подходишь, и с тебя требует именно 10 уровень допуска. И вот сейчас мы с вами проверим, что же будет, если открыть эти самые двери. Вот одна из таких дверей, вот она, прямо здесь находится. Требуется уровень доступа 10, видите? Но, как бы, на самом деле, честным путем, как говорится, да, этот пропуск мы не раздобудем никогда. Но разработчики забыли, пофиксить баг, при помощи которого мы можем спокойненько и легко прокачать себе этот уровень до 10. Мы просто заходим в комнату управления аниматрониками и смотрите, вот, пожалуйста, у нас пропуск. Я нажимаю кнопку, и все. Но при этом у нас ползает Монти за дверью, видите? У нас 9 уровень. Так, Монти исчез, не понял. Что происходит? Что происходит? Подождите, нам же... Что? А куда все делись? Тут только что ползал Монти. Фредди стоит. Так, Фредди, иди сюда. Не, подождите. Вот вы такие хитрые. Вы мне написали, возьми пропуск. Я взял, но меня заблокировало все везде. Вокруг. И до свидосы. Мне типа что, надо ждать 3 минуты, пока что-то случится? Фредди! Он вообще завис, он даже не двигается. А как это я... Как это работает? Я свечу на него. Подожди. Как это работает реально? Он вообще за... Он руки... Его руки в сторону, он завис, ребята. Фредди! Фредди, ты завис. Дайте, ладно, я камеру посмотрю. Я в афиге, мы сломали игру. Зачем вы мне написали в комментах, чтобы я сломал игру? У меня камера не работает. А, даже так. Не, ну смотри, вот Фредди. И вот Фредди. Вот Фредди. И вот Фредди. Два Фредди. И дверь открыта. Что происходит? Так, это уже дичь какая-то. Ладно, я жду, пока Фредди будет здесь, чтобы вообще прям комбо максимально словить. И ко мне никто не ломится, да? Это аниматроники меня, ну то есть вообще. Ясно, понятно. Ага, Фредди, да-да-да, я здесь. Да, заходи. Сквозь дверь прошел. Чё? Так, я все, у меня... Так, он почти сюда... Он, подожди, он дойдет до этой двери? Где он? Где он? Он здесь? Его здесь нет. А где он? Подожди, где... я бы посмотрел на камеру, но камера у меня не работает. Где Фредди? Фредди, ты где? Ты здесь?
Да кого не видно было, он невидимый был. Чё за невидимый Фредди? Он, вот он, вот он, вот он, вот он, здорово. Опа, опа, хорош. Здрасте. Чё про... Что происходит вообще с этой игрой? Я еще не могу выйти, мне еще один пропуск надо. А можно мне, пожалуйста? Ладно, я пошел. Я сохранюсь на другой слот. Подожди, это все сломано. Это все максимально сломано, ребят. Новый ячейк. Так, подожди! Мне. То есть мне сейчас надо еще раз пройти туда, сделать то же самое, получить пропуск, и у меня будет 10 уровень. И мы сможем туда открыть эту дверь. Ага, вот, это сложно. Это сложнее, чем я думал. Это внезапная информация. Я думал, мы просто можем подойти, забрать пропуск и все. А оказывается, нифига. 9-й! Зашибись! Сработало! 9-й пропуск. Хорошо! То есть нам нужен еще один пропуск. И у нас будет 10-й уровень допуска. Неплохо. Я просто реально, я сначала подумал на минутку, что мы, ну, у нас все забаговалось, зависло, и мы не сможем вообще выбраться. Оказывается, мы можем выбраться, как ты видел сейчас. Мы выбрались. Мы спокойно выбрались. Я не знаю, конечно, появился ли там диск наверху, но я даже проверять не буду. Я хочу... А там что такое? А, это просто отражение. Хочу еще один пропуск. Да давай, беги уже, ну. Ну, получается вот. Получается вот, 10-й уровень. 10-й уровень, ребята! Все! Кто? Вот, смотри, ползает крокодил! Зацени! Он поломан, он исчез. Да как это, блин, работает? Я не понимаю. Игра, ты что делаешь-то? Игра, ты ломаешь мне мозг. Опа, стоит. Он машет. Он машет за 2 FPS. Фредди, у тебя FPS просел. Что происходит? Это вообще, да, я не могу. Я сейчас сдохну с этой игры. Так, ну у нас 10 уровень, правильно? 10, все, мы можем открывать любые двери. Вообще насрать. Так, пришел. Маха-махай, молодец. Тут хотя бы FPS нормально, ладно, открываем. Так, сейчас он будет где-то там. Камеры, кстати, рандомно меняются. Вроде, да? Вот сейчас он тут должен быть, вот здесь. Если я ничего не путаю, он сейчас должен сюда прибежать. А, не, нифига, я путаю, ладно, путаю. Вот сейчас сюда опять две двери. А вот теперь он будет здесь. Во-во-во-во-во, я... Вот он, пришел, смотри, раз. Я говорю, раз. Ага. И вот сейчас последняя дверь вот здесь. Вот он уже, я уже слышу, он бежит. Тут можно, короче, запомнить эту мини-игру. По идее, можно нафармить себе 99 уровень допуска, и хрен кто за тебя докопается. А здесь его не видно. То есть на этой камере его почему-то вообще не видно. Все, я свалил. Сбежать за 20 секунд, получается. Так, сейчас придет Фредди. Давай, Фредди, иди сюда. А я себе ему стрельну в глаз, когда он будет. Чисто по приколу, а что нельзя? Давай его сфоткаем. Но мы сломаем игру, скорее всего, но я попробую. Он сейчас... Там, кстати, вентиляция поломанная уже лежит. Подожди, а где Фредди? Он не идет? Я не понял, а Фредди... Фредди! У меня время-то идет, а ты не идешь, Фредди! Пришел, 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 пришел. Красава! Можно в тебя стрельнуть, разочек? Нет? Ему пофиг. Подожди, я неправильно стреляю. Блин! Ты что меня напугал, Фредди? Смотри прикол теперь. Подожди, я сначала сохранюсь. Чтобы не было потом вот этих вот приколов. Смотри, сохраняемся. Оп. Да прям сюда. Все, давай, смотрим, ребят. Открываем дверь 10 уровня, но эта дверь ведет наружу. Чего? А чё, я не понял. А как это? Сохранение подо мной. Это как это? Опа! Чё, блин? Так, подожди. Это дверь. Все, я понял. Фредди, здорово. Так он теперь инвалид, Фредди, у нас. Все. Весело обосраться. А я пошел. Давайте искать двери 10 уровня. Мы теперь можем их открывать. Чтобы найти двери 10 уровня, надо думать, как двери 10 уровня. Как думаю, двери 10 уровня, кто не знает? Ладно, окей, я знаю поблизости тут одну дверь. Причем такую большую дверь. Большую дверь такую. Прям такую огромную дверь. Она вот прям вот сейчас вот здесь будет. Она прям вот сейчас будет здесь, ребят.
Она вот прям уже, вот прям уже, вот прям уже, вот, вот, вот она. И мы ее сейчас откроем, ребят. Мы ее откроем. Она большая. Мы мимо нее тысячу раз... Да хоть грань прекращай лагать. Мы мимо нее тысячу раз проходили. Вот. И, собственно... Вот она, ребят. Вот она. Дверь 10 уровня. Смотрите. Дверь 10 уровня. И что за ней находится, не знает никто во вселенной. А мы сейчас узнаем, ребят. Готовы? Я надеюсь, вы готовы. Поставили 1 000 000 лайков. И прямо сейчас мы войдем в эту секретную, сверхсекретного уровня доступа дверь. Погнали. Раз, два, три. Офигеть, вот это прикол. Вот это прикол. Тут лестница. Тут недостроенное помещение. Тут луна, гольф, чё, кого, не понял. Это недостроенное помещение. И есть лестница вниз, ребят. Лестница. Лестница вниз есть. Это лестница в ад. Я боюсь. Там дверь. Мне страшно, ребят, мне страшно, я не знаю. Либо локация не прогрузилась еще до конца, либо эта лестница приведет нас. Она ведет нас к этому входу. Что это за. А-а-а! Я упал! Куда я упал? Я где? Алло? Я где? Я кто? Я куда? Я упал в подвалы? Серьезно? Вот говно. Я упал в подвалы. Нормально. Сюда я и хотел, да. Не, сюда я не хотел, я посудил. Так, хорошо, ладно. Это была первая дверь 10 уровня. Она, походу, недостроенная. Возможно, эти двери достроят, когда выйдет DLC. Ладно, погнали, будем искать следующую дверь тогда. Погнали искать. Я нашел еще одну дверь, друзья. 10 уровня, она заколочена досками. И не факт, что мы сможем в нее зайти. Поэтому сейчас мы ее откроем и узнаем, что за этой дверью находится. Она досками заколочена. Возможно, доски тоже отвалятся, потому что дверь откроется. Погнали. Раз, два и... Чё? Чё? Подожди! Вы чё, издеваетесь? Вы вы... Нахрена ставить дверь, если она бесполезная? Она бесполезная! Зачем, блин? Я же сюда могу зайти через долбанное разбитое стекло. Алло, и... Это была самая тупая дверь. Ясно, понятно. Сколько у меня фонарика батарейки? Половина. Давайте зарядим фонарик, а пойдем искать дальше дверь. Я лучше сохранюсь, потому что я потом... Это идеально. Это настолько идеально, что я в шоке просто. Сейв давайте. Не, ну эта дверь мне очень понравилась. Если я тоже тут лайк уже поставил. Ладно, погнали искать следующую дверь. По-моему, где-то здесь что-то было. О, во-во-во-во-во, ребят, вот она, дверь. Вот она, дверь, наконец. Так, робот, только не надо, не надо мне тут палить меня, пожалуйста. Зацените. Дверь 10 уровня допуска. Наконец-то. Итак, мы ее открываем. Погнали. В смысле? Тут за текстурье. Здорово. Мы можем выйти за текстуры благодаря этой двери. Классно, да. Вот это я сейчас, да. Вот это я и ожидал, конечно. Вообще не рад. Тихо. Не, ну а чё? Ну а чё, вышли? Взлом игры, легальный чит. Легальный чит. Просто, короче, взяли уровень допуска и вышли. Тихо-тихо-тихо. Куда? Я застрял. Не понял. Я застрял. В другую сторону сходим сейчас, подожди. Неплохо, неплохо. Еще одна дверь. Знаете, что плохо? Что он просто ведет за текстуру. Я думал, все-таки будет какая-нибудь секреточка. Но мы, блин, за текстуру... Я застрял. А вот теперь я... Ну, нормально, все нормально. Ладно, хорошо. Эта дверь мне не понравилась. Будем искать другую дверь. Здорово, крокодил. Ты меня съешь? Ты меня съешь? Ты меня съешь? Ты меня съешь или нет, я тебя спрашиваю. Алло. 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 Вот сейчас. Вот. А, офигеть, он сквозь меня прошел. Он прошел сквозь меня, блин. Читерский крокодил. Все ясно, кстати. Долбанный читер. Понятно, все, не подходите ко мне, да. Читеры, читеры, вы понятно, все ясно. Так, крокодили и читеры. Ладно, окей. Я надеюсь, есть еще одна дверь. Потому что я реально обошел уже пол этой огромной пиццерии. Окей. Ищем дальше. В общем, друзья, я излазил все локации в этой пиццерии, которые только можно излазить. И нашел единственную, последнюю, оставшуюся дверь 10 уровня. Больше их просто нет. Если я не знаю. Если вы знаете, где еще одна такая дверь, то пишите об этом в комментариях, потому что я реально задолбался. Я искал это часа два, наверное. Часа два я бродил по всем комнатам. Я даже, знаете, куда добрался? Я даже добрался до подвала Чики, до мусорки. Я там даже все проверил. Там тоже нет дверей.
И это реально последняя. Это последняя дверь, и я надеюсь, что за этой дверью будет реально что-то крутое. Итак, последняя дверь 10 уровня. Что же внутри? Погнали! Тут лестница, ребята, тут лестница! Наверняка она куда-то ведет. Блин, давайте быстрее смотреть! Офигеть! Целая лесенка. И причем, да... Фонарик, не садись. У меня сам выключился фонарик, это очень странно. Причем лестница достроенная реально, она, видите, доделанная. Секунду. Что у нас здесь? Может, какой-нибудь подарок секретный будет, блин! Офигеть! Ну, тут всякая параша. Это чё? Это чё? Это чё? А, это доски. Подарков никаких нет? Блин, обидно сейчас было, даже мусора нет. Так, ну вот дверь есть у нас, ну-ка. Ну, там есть еще одна, да? Я не знаю, если мы до нее дойдем, сможем ли мы. Тут либо локация не прогружается, либо я не знаю, что... Ребят, я тупо в воздухе. Я тупо стою... Офигеть! Вот такого я не ожидал. Я стою просто вот на... Дирижабль? Ага. На куске двери. Вот, на косяке на дверном стою. Я не знаю, я пошел вперед. Я не знаю... Да все, я падаю, я падаю, я... Я где? Я... Где это я? Подожди, подожди. Это самое начало. Да, это самое начало. Это самое начало, реально? Пацаны. Ну вот как так, а? Это реально самое начало. Ну что ж, ребят, я вот... Вот они, секретные двери. Получается, они просто недоделаны. Да, в некоторых... За некоторыми из этих дверей действительно есть какие-то локации, но, как мы видели, они недоделанные. То есть, за какими-то дверьми вообще пустота, то есть просто все черное. За какими-то есть лестницы или какие-то платформы, по которым можно ходить, но это все. Это все, что есть, и действительно нужно ждать, я так понимаю, обновлений, DLC и чего-то еще. Потому что пока что этот уровень допуска можно взять только при помощи бага, и двери действительно открываются, но за этими дверьми нет ничего секретного. Но было круто посмотреть на это, было круто изучить все эти двери, и теперь мы знаем, что за некоторыми из них действительно есть какие-то лестницы, а это значит, что в будущем нас ждут какие-то обновления, дополнения, и мы сможем все-таки получить честно этот 10 уровень допуска. Что ты об этом думаешь, пиши в комментариях, какие обновления и какие аниматроники будут добавлены, тоже пиши. Возможно, добавят Glamrock Bonnie, почему бы и нет, типа как будто мы играем в прошлом этой пиццерии. Может быть, еще каких-то новых аниматроников. В общем, в любом случае, будем ждать и, конечно же, ставить побольше лайков. Поначалу я подумал, что игра просто сломается, и мы так и не получим желанный, долгожданный 10 уровень допуска, но все-таки все сработало, и баг успешно был выполнен. Мы посмотрели все двери, но за ними ничего интересного не было. Я думаю, что это действительно сделано для будущих DLC, так что будем ждать новых обновлений на 9. А мы сейчас ставим лайки, всем удачи и всем пока! We'll be right back.